Всем привет. Всем привет. Пойдем, веди нас. Ведите нас, сенсей. Так, пошли. Паутину, наверное. Да, паутину. Так, здесь у нас первые десятки. Десятки, да. Вот еще одна десятка. Да, сейчас мы пойдем в кишку, так называем. Здесь сейчас будет самое такое опасное место, где 40. Да, ровно 4. Не знаю, с фонарем их лучше видно, наверное, да? Вот, одну вижу, одну здесь. Вижу. Вот передо мной ломаю сейчас. Еще одна вот здесь. Так, сломал, так. Еще вот здесь вот две. Так, сломал, ага. Ага, сломал, ага, еще вот вижу. 4. Ну да, чаще всего умирал, пока не понял, что их 4. Казалось бы, одну ломаешь, там еще 3 штуки. Здесь еще одна коварная десятка прямо на повороте за углом. А, вижу, все отлично. Ну, где-то середина пути. Главное не добежать. Главное не добежать, а с первого раза запрыгнуть или вот и поп. Может, с первого раза не закинуть. Десятка, да, здесь? Нет, я просто снялся. Сидор выпить. У меня же нет столько выносливости. Ну вот здесь десятка, ее хорошо видно. Здесь десятка, вот еще одна. Сейчас последний поворот направо. Ну и вот этот вот телепорт, который ведет в комнату с артефактом. Итак, ребятки, дубль 2. Ой. У нас все получилось. Здесь надо одевать противогаз. Да, там очень сильно радиоактивно. Видите, учитель, что у нас здесь? Так, ну здесь
Надо пару раз запрыгнуть, пад. Желательно без ошибок. Здесь можно просто на шифте пробежать. Артефакт должен быть там, по идее. Ну, не всегда куча. Заранее да, сразу съедает таблетку. Используйте антидот, как это называется? Антирады. Антирады. Сейчас аптечка потратится. Не, у меня уже зашкаливает здесь дозинка. Вот здесь уж когда подходишь, уже радиация будет. Вот здесь. Заранее обкалываемся всеми антирадами. Нет, 33 накинуло. Сейчас подожди, я съем таблетку. Так, я использую таблетку, давай. Пробуем. Угу, можно идти. Чё? Виталий, здесь два диска. Какого? Так. Стой. Офигеть, это чё такое? Почему здесь два диска?